бой Билал Битербиев ждала там вся Россия, возможно, весь мир. И обычно, когда бой ждут, он часто не оправдывает ожидания. Оправдал ли этот бой ваши ожидания? Да нет, конечно, но вообще, если честно, вы знаете, я вам говорил, что я был уверен, что Бивол выиграет по очкам, прям, ну, выиграет точно. Вот. Но то, что я увидел, ну, это вообще был другой Бивол, я не знаю, я такого ни разу не видел. Не было вообще ни ног, ничего. И вообще, я не знаю, может, только мне одному такое сложилось впечатление, что Бивол вышел отстоять все 12 раундов. То есть он не выходил выигрывать. То есть после 4-го раунда, видимо, почувствовал, что правда соперник очень сильно бьет и начал просто выживать. Ну, вы же видели, да, после 4-го раунда там не было Бивола вообще. Ни ног, ни комбинаций. Там какие-то редкие-редкие вспышки. Просто выживал. И радовался потом после боя, мне кажется, он даже не от того, что он там победил, а от того, что просто отстоял до конца. Ну, мне вот, ну, мне сложилось такое мнение. К сожалению, вот, ну, не было ничего. То есть он не предлагал себя, знаете, вот работать надо было как Тереодор с быком, знаете, вот предлагать материкой трясти перед быком, и он кидается. Вот эта работа должна была Билла такая быть. Но он этого не делал близко, он даже ни разу себя не предложил. Он не делал работу назад. Ну, в первых раундах было, видели, да? У него все получалось. Но потом вообще ее не было. Просто вот, он просто как будто выживал, знаете. Надо было выжить, и он выжил. Многие аналитики говорят, там, вот он так, равный бой, туда, не-не. Батербиев красавчик, настоящий БТР, как его называют. Такой прям проехался по Димке. Прям проехался, именно проехался. Молодец. Поэтому я еще раз говорю, я снимаю шляпу перед Батербиевым, молодец. Свои 39 отработал на все 100. Он честно победил. Хоть и говорят, что равный бой, там нет. Батербиев забрал 3 последних раунда на всех судейских карточках. А вас удивило, что он в 39 смог прибавить, ну и по сути... Можно сказать, эти 3 раунда же оказались решающими на карточке одного из судей, который поставил 115-112. Ну, что значит удивило? Блин, ну, на этом уровне удивления быть не может. Ну, молодец. Что еще скажу? 39, так работает. Судейское решение. Когда была пауза перед объявлением победителя, у вас были сомнения, кто выиграет этот бой? Ну, вы знаете, у меня было такое, что возможно, будет ничья. Такой расход, вариант, что может быть, но по делу выиграл Батербиев. Я еще раз говорю, хочу поздравить всех россиян, всех наших братьев-мусульман. Я думаю, что они будут очень довольны. Поздравляю их, поздравляю нас всех. И последний вопрос. Хотите ли увидеть реванш? Да я думаю, его не будет. Я думаю, сейчас Батербиев уйдет выше вес. Ему это не надо. Просто вот ему это ни к чему. И Димка что-то... Дима не делал ничего для того, чтобы выиграть. Это не Батербиев выиграл. Это Бивол не делал ничего для победы. Вот и все. Вот это мое мнение.